بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الله تعالى в Коране сказал: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. Это означает, что Аллах не создал нас понапрасну. Воистину, наступит день суда. На этом свете человек не будет жить вечно. Конец жизни на этом свете – это смерть, о которой сказано: «Аль-мауту бабун, ва куллюн наси дахилюху». Смерть – это врата, и каждый человек войдет через них. И после окончания этой жизни начинается новое. Это барзах – жизнь в могиле. И в зависимости от того, каким был человек до смерти, таково его положение после смерти. Если был истинно верующим, соблюдающим, богобоязненным, его могила – это как сад из садов рая. А если он умер, будучи неверующим, то его могила – как пропасть ада. Об этом сказано в изречении пророка Мухаммада, мир ему. Богобоязненный мусульманин будет в благоденствии до наступления судного дня, а тот, кто не имел правильных убеждений, будет мучиться в могиле до конца света, а в конце света будет отвечать за свое неверие, будет страдать все это время. А судный день длится 50 тысяч лет по нашему летоисчислению. Сказано об этом в Коране: «Фи яумин кана миқдаруху хамсина альфасана». А после этого неверующий будет брошен в ад, и нет конца мучениям для него в огне ада. Стремитесь к раю, думайте о лучшем. Разве хочет кто-нибудь из нас страдать? Конечно же нет. Пусть Аллах даст нам силы улучшать себя и покаяться до смерти. Пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Ат-таибу мин аз-замби каман ла замба лах». Покаявшийся в своем грехе приравнивается к тому, кто вообще не имел греха. Рассказывают об одном богобоязненном святом, имя которого Малик ибн Динар. Когда его спросили о причине покаяния, то он ответил: «У меня родилась дочь, и я очень любил ее. Когда она начала ползать по земле, у меня еще больше возросла любовь к ней в сердце, и она тоже привыкла ко мне. Однажды я держал в руках вино, и она толкнула меня и пролила его на мою одежду. Когда ей исполнилось 2 года, она умерла, и мне стало очень больно и грустно на сердце. Наступила ночь половины месяца Шаабан, канун Джумуа. Я провел ночь, будучи пьяным, и не читал намаз Аль-Иша. Мне приснился сон, что люди вышли из могилы и собрались. Я был с ними. В этом положении я услышал сильный грохот сзади, и когда обернулся, то увидел большого дракона черно-синего цвета, который быстро приближался ко мне, открывая пасть. Я убегал от него с сильным страхом, и по пути встретил пожилого человека в чистой одежде, с красивой фигурой и приятным запахом. Я приветствовал его, и он мне ответил. Я попросил его о помощи и спасении. Он ответил мне: «Я слаб, а дракон сильнее меня, и я не могу его победить. Но спеши, может, Аллах даст тебе спасение от этого». И я продолжал убегать от этого чудовища. Я дошел до одного места, из мест судного дня, и увидел степень ада, и увидел ужас этого, и чуть не упал от страха в огонь. И в это время я услышал, что кто-то закричал: «Вернись обратно, ведь ты не из обитателей ада». Благодаря этим словам я успокоился и вернулся. И опять дракон стал преследовать меня. Я вернулся к старику и сказал ему: «Я ведь попросил тебя, чтобы ты спас от дракона, а ты не сделал этого». Тогда пожилой человек заплакал и сказал: «Я слаб, но иди к этой горе. В ней находятся дети мусульман, умершие младенцами. И если есть у тебя там кто-нибудь, то он поможет тебе». Я посмотрел на гору, в которой были круглые окна с шелковыми шторами. На каждом окне были ставни из золота,
а петли из яконта, покрытые жемчугом. Когда я увидел гору, то побежал туда, а дракон следовал за мной. В то время, как я приблизился к горе, некоторые ангелы закричали: «Поднимайте занавесы, открывайте двери и встречайте! Может, у этого бедняка есть кто-нибудь, кто спасет его от врага?» Поднялись шторы, открылись двери, и дети вышли встречать. Их лица были очень красивы, напоминающие сияние луны. В это время дракон совсем приблизился ко мне, и тогда я растерялся, не зная, что делать. Дети закричали: «Подойдите все встречать, а то дракон очень близок к нему!» И они подходили группами. Вдруг среди них я увидел свою умершую дочь. И как только она увидела меня, заплакала и воскликнула: «Клянусь Аллахом, это мой отец!» Она устремилась ко мне, мгновенно оказавшись передо мной, и протянула свою левую руку, которую я взял своей правой рукой, и протянула свою правую руку к дракону, после чего тот убежал. Затем она посадила меня, сев ко мне на колени, и правой рукой похлопала мне по бороде, сказав: «О, отец!» И прочитала аят из священного Корана: «Алам я'ни лиллазина аману ан тахша'а кулубухум лизикриллах». Этот аят означает: «Не наступило ли время для верующих, чтобы их сердца были в смирении к Аллаху?» Тогда я заплакал и сказал: «О, дочь моя, вы знаете Коран?» Она ответила: «Отец мой, мы больше знаем Коран, чем вы». Я спросил ее: «А что за дракон хотел убить меня?» И она ответила: «Это твои плохие деяния, которые ты укреплял против себя до такой степени, что они чуть не ввели тебя в ад». Тогда я спросил: «А что за пожилой человек встретился мне на пути?» Она ответила: «Это твои благие дела, которые ты ослабил до такой степени, что они не могут противостоять твоим плохим деяниям». Я сказал: «А что вы делаете в этой горе?» Она ответила: «Мы дети мусульман. Аллах поселил нас здесь до судного дня. Мы ждем вашего прихода, чтобы заступиться за вас». И он сказал: «Я проснулся в страхе и в шоке. И с того момента, когда я проснулся, я бросил все плохие дела и покаялся ради Аллаха, и это было причиной моего покаяния». Аллах Всевышний показал нам примеры, уроки и поучения для того, чтобы мы взяли от этого пользу. И счастлив тот, кто понял это и занимался благородными деяниями для будущей жизни. Пусть каждый из нас совершает больше благих дел, ведь мы не знаем, какое именно из них будет принято и станет причиной нашего спасения от страданий в судный день. Вассаляму алейкум ва рахматуллахи тааля ва баракатуху.